Всем привет! Сегодня понедельник, 8 апреля, а значит, обновились задания и предложения за доверие Волка в ночной волне. Деяния будут следующие. Из ежедневных необходимо убить 150 врагов взрывным уроном. Из еженедельных заполнить гнезда нескольких скульптур Аятан звездами. Завершить 9 миссий вторжения. Использовать форму поляризации 3 раза. Поймать 6 редких серворыб в долине сфер. Завершить 3 миссии захват. Подобрать 8 редких модов. Добыть 6 ископаемых в долине сфер. Завершить 10 кошмарных миссий. Открыть 10 реликвий. И завершить 3 вылазки. Теперь перейдем к предложениям за доверие. Все предложения я озвучивать не буду, лишь медленно промотаю. Кому будет интересно, посмотрите на стоп-кадре. Для новичков, возможно, будут интересны моды ауры, из которых я выделю мод, увеличивающий урон от снайперской винтовки, и мод, который увеличивает урон от обычной винтовки. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.